Всем привет! Сегодня мы направляемся в город Десна. Многие знают о нем как о самом маленьком городе Беларуси. От Верхнедвинска до Десны расстояние где-то 50 километров. Если ехать в этот город и из Минска, расстояние более 200 километров. Я был в этом городе один раз, когда снимал сюжет о развалинах больницы. Этот выпуск вы можете посмотреть по ссылке в описании под видео. На этот раз я пройду по городу и покажу вам очень интересные места, которых здесь предостаточно. И я надеюсь, что вы сами захотите приехать в этот город и все увидеть своими глазами. Ну что, поехали? Подъезжаем к городу Десна. Сейчас находимся в деревне Остевичи, так она называется. Договорились с Александром Боговичем, он местный житель, и нам расскажет все об этом городе. Друзья, приехали мы в город Десна, только что проехали по столетнему мосту, который сделан из дерева. Именно с него мы начнем свою историю. Сам город довольно-таки небольшой. Начнем наше путешествие по городу. Поселение на место Десны было еще тысячи лет назад. Всем известно, что здесь жили кривичи, есть остатки. Потом в 14-15 веке поселение называли Капец-городок, от слова копать. И в дальнейшем стало оно называться поселение Десна, от речки, которая впадает в Двину. В 1461 году было письменное первое упоминание непосредственно о Десне. В 1561 году оно стало городом. Ему дали первый герб — три вежи из мгру. А в 1569 году король Сигизмунд даровал Десне магдебургское право и новый герб — ладья, который, в принципе, есть и поныне. Десна была уездным центром Виленской губернии очень долго, потом ходила в Речь Посполитую, вторую, третью, потом была, переходила из рук в руки во время межвоенного периода, и в конце концов, после оккупации немцев, она стала центром района, который потом присоединили к мэру. Если брать по населению, то сейчас в Десне живет где-то порядка 1400-1500 человек. К примеру, по переписи населения 1897 года в Десне жило где-то около 9000, а во время Первой мировой войны доходило до 15000 человек. Это было связано с тем, что в Десну эвакуировалось все руководство Виленской губернии, потом еще и Ковенской. Вот. Поэтому был большой приток беженцев, и Десна была очень довольно густо населена. После Первой мировой войны, когда Десна отошла к Польше, в Десне жило где-то 11 тысяч человек.
Большинство из них были евреи, и, к сожалению, во время Первой мировой войны их подавляющим, не подавляющим, 99,5% расстреляно, потому что здесь есть три могилы братских, на которых более 6 тысяч. Часть уехала, ну и в итоге сейчас осталось все, что есть. После развала Советского Союза было 3800, а сейчас 1500. Это так называемый столетний мост. Он построен в 1907 по 1909 год инженером Григорьевым. Об этом была табличка, которая стояла возле моста, однако во время Второй мировой войны, во время бомбардировки она была разрушена. Мост по-своему уникальный, потому что он сделан из трех материалов, как бы независимых. Основание у моста это каменное, там стоят тесанные быки из камня, на которые опирается металлические арки с металлическим двутавровым настилом, а на верхность деревянное покрытие, которое вынуждено менять раз в 20 лет где-то. Значит, уникальность в том, что это самый, ну, его длина где-то 150 метров, но уникальность его в том, что это самый старый автомобильный мост в Беларуси. Старше нету. И то, что он входит в десятку самых уникальных мостов СНГ, это в том, что нигде в СНГ нет моста, который сделан именно из трех материалов: из камня, из дерева и из металла. Единственное, что вопрос в том, что во время Второй мировой войны он был разбомблен, и один пролет упал в речку, но потом его заменили в трофеевом в 1952 году. Вот он, видите, отличается. Уникальность еще этого моста в том, что вот сейчас мы летом смотрим, да, такой уровень воды, а вот весной он совсем другой. Весной он почти доходит до перил. То есть здесь перепад уровня воды составляет где-то порядка 8 метров, среднегодовой. Бывает и больше. Вот, поэтому это вот еще уникальность. И уникальность в том, что вот смотрите, вот эти вот конструкции, которые еще при царизме, видите, они не на болтах, а на клепках. Они клепаны. То есть все это клепалось, делалось, и говорят, что вот мастера, которые этим занимались, в конце концов потеряли слух. Вот клепали здесь на месте. Этот пролет, который находится у меня за спиной, он привезен в 1952 году из Германии и считается трофейным. Его установили на этот мост, потому что во время войны был один пролет подорван, и он упал в воду. Он отличается от двух пролетов тем, что здесь не клепки, как на тех пролетах, а уже болты, гайки. Мост достаточно интересный. Именно по проценту еврейского населения Десна в Беларуси занимала третье место. Вот. И, соответственно, очень много было евреев, и они использовали эту баню. Именно это единственная баня в Белоруссии, которая сохранилась с миквой. Была такая же еще похожая баня в Лиозно. В 2012 году там проводились республиканские дожилки и решили ее снести. Поэтому это осталась единственная баня в Беларуси, которая с миквой. Миква — это специально вот тут наверху. Собиралось очень много воды, и на людей она, эта вода сразу не душем,
а сразу должно вот как полностью выливается. И чтобы это не касалось именно вот ничего постороннего. То есть вот такой у них было интересный, ну, ритуал. И еще чем это интересная память? В том, что она построена в конце 19 века, но до сих пор она функционирует, и до сих пор сюда вода поступает из речки Десна по деревянным трубам. Да, деревянные трубы сделаны из лиственницы, и они поступают. Я сам не поверил, тут когда делали ремонт, их раскопали, хотели поменять, потом оставили. То есть она вот функционирует так вот интересно. На въезде в город расположен вот такой стенд с обозначениями и с месторасположением интересных туристических объектов. Так что если кто сюда первый раз едет, обязательно остановитесь, посмотрите, и будет все понятно, куда нужно сходить, на что посмотреть. Да, одно из особенностей города то, что у нас надписи улиц сделаны на трех языках. То есть языка два, это есть старое название улицы, название современное и англоязычное. То есть вот эта улица Юбилейная, она сейчас идет полностью, а раньше она называлась по-другому. Вот это она была Свенская. Потому что шведская считалась, а та сторона считалась замковой, потому что была замковая. Потом ее переименовали в долгую, потому что свенская посчитали в советские времена как-то похоже со свинской. Значит, вот это здание синагоги. В Десне вообще-то, по разным данным, на начало 20 века было то ли 9, то ли 8 синагог. Из них сохранилась только одна, причем она не самая большая была. Вот можете посмотреть, вот край посмотреть. Это наверху женское отделение для молитвы, но внизу было мужское. А вот это их был хоральный, их был зал, где собирался кагал, где решали евреи все свои вопросы. Синагога построена где-то ориентировочно в 1870 году вот этого. Она сохранилась после войны, и к ней потом сделали пристройку, и сейчас использовалось тут оно как хлебопекарня, потом сейчас используется как швейный цех объединения Витебчанка. Вот. А так вообще-то особенности десненских синагог, что там ходили не по местам, а ходили по цехам. То есть в одну была синагога для мясников, была синагога для людей, которые занимались обработкой шкур, была для батраков синагога, была для... Причем синагоги строили там, где работали. Вот, например, самая крупнейшая десненская синагога, это так называемая хоральная, правда, она была деревянная, была расположена вот там дальше, чуть-чуть рядом, где идут, шли ряды именно торговые, специально для торговцев. Это считалось самая богатая синагога. Ну, это так средненькая была. Были синагоги, раскиданы по всей Десне. А вот это здание, вы можете посмотреть, там табличка висит. Это уездное здание попечительства о трезвости. Дом трезвости, так называется? Так, дом трезвости, но не совсем дом трезвости. Значит, я объясню ситуацию, когда во второй половине 19 века разрешили, ну, в смысле, закрыли монопольку именно государства насчет алкоголя, очень много стало производителей алкоголя, и, ну, народ стал больше потреблять.
для того, чтобы возник, чтобы с этим бороться, возникло так называемое общество попечительства трезвости. И они инициировали за счет повышенных налогов строить в уездных городах специальные дома культуры, так называемые. Так вот, это здание было построено в 1901 году непосредственно как уездное здание попечительства трезвости. Так называемый народный дом он назывался. Всего их было построено в царской России 58 штук. В основном они строились в уездных городах. В Беларуси из тех, которые были построены, в нынешнее время сохранился только одно вот это здание. Это единственное здание в Беларуси, сохранившееся народного дома. Здесь на первом этаже была библиотека, на втором, то есть, а еще было там, дальше зайдем с той стороны, покажу. Вот это была чайная. Тут мог любой желающий за бесплатно выпить чашку чая и с булочкой. Вот это вот было. Второе, на втором этаже находилось типа концертного зала, где были выступления артистов. Вот, тут сцена находилась. Иногда крутились фильмы, но основной кинотеатры здесь не были, не здесь, они были вот там, а здесь иногда прокручивались. Но еще одна особенность тем, что в 1910 году в этом здании первый раз выступал Игнат Буйницкий. Вот, этот основатель белорусскоязычного театра. И вот он делал здесь свою первую постановку, именно непосредственно в этом здании. За моей спиной находится рыночная площадь, которая была здесь до войны. И вот здесь находится одна часть уцелевших торговых рядов, которые тоже были в довоенное время. Вот эта вот постройка. Здесь торговали различной продукцией. С довоенных времен еще осталась вымощенная камнем дорога, которая вела к рыночным рядам, к этим. Вот я как раз по ней иду. Она хорошо сохранилась. Ну а мы двигаемся дальше и знакомим вас с интересными туристическими и историческими объектами города Десна. Здание почти всегда использовалось как пожарная часть. Единственное, что при Польше здесь сделали головное здание города. Вот. Но пожарная часть тоже на втором этаже функционировала. Значит, чем особенности пожарной части в Десне? То есть в Десне было всегда две беды. Это наводнение и пожары. То есть, как писали, город всегда очищался огнем и водой. Поэтому в Десне была создана большая пожарная часть. Она была по размерам вторая после Виленской в губернии. И в ней состояли 68 человек. Даже была специальная пожарная дорога, могу показать потом, по которой воду с Десенки возили на случай пожара. Вот, была построена каранча, и особенность была то, что в Десне было целых два пожарных оркестра. То есть люди, кроме того, что занимались тушением пожара, они участвовали в общественной деятельности в Десне. Это здание Десненского казначейства.
Сейчас она находится в аварийном состоянии. Но когда-то это здание было в 1901 году непосредственно построено под здание казначейства. Табличка висит. В Белоруссии здание казначейства осталось царских всего лишь три. Это в Десне, в Мстиславле и в Быкове. Но непосредственно здание, которое строилось под здание казначейства, не переоборудовано, только одно, это в Десне. К сожалению, оно находится в плачевном состоянии, потому что вовремя не срезали дерево, и дерево упало на это здание и повредило крышу. В итоге вот такой внешний вид. Значит, здание использовалось как казначейство во время, ну, в царской России. При польской власти оно использовалось как КОАП здание, то есть корпус оховы пограничья. Тут стояли пограничники. И на втором этаже был актовый зал гимназии имени Пирамовича. Оно пережило войну, как ни странно. Я думаю, еще переживет даже атомное в таком состоянии, потому что делали по-другому. Значит, после войны здесь находилось здание. Здание было, это Диснинский райком партии. Внизу была типография в подвале, потому что там подвал еще такой же, как это все здание, как обычно делалось. И после закрытия Диснинского района, это было в начале универмаг, потом передали как учебный корпус школы-интернат. Ну, сейчас оно, как говорится, мы ищем деньги, чтобы восстановить это здание. Писали в ряд организаций, обращались в том числе и в белорусские товарищества банков, но везде отказываются. Ну, может, какой-нибудь грант попробуем выиграть, потому что мы не даем это здание снести, несмотря на то, что оно будет. Костел непорочного зачатия Девы Марии Диснинский. Построен в 1773 году. Он построен всего лишь на 2 года позже усадьбы Лопатинской, то есть это второе здание по старшинству в Мёрзком районе. Вот. Вообще-то он стоит на месте костела, который основал Стефан Баторий в 1567 году. Здесь был именно костел, где были приходской. Потом приходской костел перенесли в сторону парка, а здесь, на этом месте, францисканские монахи построили непосредственно францисканский костел. Вот это они и построили. Значит, здесь рядом находился еще корпус двухэтажный францисканского монастыря. От него тут остались еще кое-какой фундамент. Вот, костел функционировал все время как католический костел. В 1867 году, когда было восстание, польское восстание, да, здесь польские повстанцы захватили Десну и несколько дней ее удерживали перед царскими войсками. И последний их оплот был костел. Если мы сделаем с обратной стороны, мы можем увидеть, как его обстреливали на тот момент снарядами, еще несколько снарядов в той стенке висит. Вот, после этого костел закрыли и хотели переделать в церковь православную, но католики попросили отдать им костел и сказали, что они пожертвуют непосредственно деньги на, в частности, особо это владелец усадьбы Дорошковича Костровицкий, сказал, что пожертвуют деньги на строительство православного храма нового. Поэтому костел восстановили, и он снова заработал как католический. Во время Великой Отечественной войны он пострадал при бомбежке, у него сгорела была крыша, но само здание было целое. Но после войны, как говорится, когда пошла борьба с религией, костел пытались 2 раза взорвать именно при советской власти. Первый раз взорвали их в 1948 году, второй раз в 1950 году.
восьмом. Скажем так, первый раз ничего не удалось, высыпалось все окна в округе в Десне. Второй раз вызвали ту же самую бригаду, которые взрывали костел святого Стефана в Полоцке непосредственно. И у них удалось взорвать фасадную часть. Вот эта фасадная часть, она заново отстроена буквально лет 10 назад, благодаря немецким деньгам. Вот, удалось восстановить фасад, удалось где-то поменять окна и накрыть кровлю. Ну, в дальнейшем деньги и закончились. Сейчас идут разговоры о дальнейшем восстановлении этого храма. На самом деле здание костела в плохом состоянии. Оно находится на реконструкции уже очень продолжительное время. И никак ее не могут закончить. Вы можете увидеть, что здесь в стенах вверху есть выбоины. Это от снарядов со времен войны, скорее всего, осталось. Очень много в стенах таких отверстий. Практически весь костел был обстрелян. Вот так выглядит костел изнутри. Стоят леса, идет реставрация. Но на самом деле уже несколько лет здесь люди не появляются. Здесь можно увидеть, что старый кирпич отличается от нового. Вот здесь стена выложена из старого кирпича, это то, что осталось. И видно, как уже достраивали новым кирпичом, он отличается по цвету. И можно представить, какие повреждения были у этого костела. Вот так выглядит кирпич, из которого был построен костел. Перед вами типичная еврейская застройка Десны перед Великой Отечественной войной. То есть евреи-торговцы жили в основном в таком интересном виде. У них дом в основном был двухэтажный. На первом этаже у них находилась лавка, где мог торговать любой из членов семьи. Очень часто даже это не за деньги, а на повер давались. На втором этаже непосредственно жили сами хозяева. То есть это было удобно, вниз спустился, открыл, и все видишь, контролировать не надо. Вот такие вот домиками оно было Десна застроено. Сплошняком. Вот это когда-то была улица. Потом здесь улицу перегородили, и стал просто непонятный внутренний дворик. Практически весь город Десна в довоенное время был застроен вот такими вот кирпичными домами. И в свое время здесь проходила улица. Но, к сожалению, таких домов здесь практически не осталось. Все они разрушены.
1902 года постройки. Здесь учились девочки. Обучались они основам школьных зданий. Девочек до 4 класса только разрешали учиться. Дальше надо было или выше поступать, или нет. Мальчиков учили несколько больше. Вообще-то вся улица была каменными домами застроена, потому что после пожара 1882 года в центре города, это здесь был центр, запретили строить вообще деревянные дома. И дома были впритык, вот это вот тоже основы бывших лавок, которые есть кусок, это вот, если мы даже пойдем дальше, там тоже довоенные дома встречаются. Вот, это была улица Заборная, она была тоже одна из центральных улиц когда-то весне.